Здравствуйте, дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Клюкер и Глебобас. Сейчас рубрика «Короткие ответы на короткие вопросы». Глебобасу я иногда задаю вопросы, сейчас буду задавать. Мы прогуливаемся по школе, ну, по территории школы номер 6. Вот, вот тут, кстати, лыжи выдавали раньше. Вот здесь, да? Да, там вот лыжи выдавали. Глебобас. Ну пошли потихоньку, будешь рассказывать. Ага. Я спрошу этот. Что самое главное в людях? В людях? Как сказать? Ну ты сначала подумай, а то ты сейчас резко подумай. Сейчас. Не, подожди. Подумай, да. В общем, в людях главное, что мне кажется? Терпение. Чтобы не быть злым, чтобы ко всем хорошо относиться. Вот как все говорил этот, ну, заповедь моя, там святые люди. Когда вот... О, кто-то идет. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы интервью у Глебобаса я беру. Вот. А кто вы такие? Как... Я Джон Клюкер. Да, а это Глебобас. А, ну давай, все, продолжай. Не обижать слабых. Вот идет, например, человек больной такой, немощный. Помочь ему дойти куда надо. Потом еще какая штука хорошая. Вот он лежит, например, в больницах. Подавать им передачки, чтобы все было как заботиться о больных. Вот такая штука, я думаю. И еще, как соблюдать вот это самое, увидеть под рогами, там есть кусок там, бумажки, и раз в урну, поднять, выбросить в урну, чтобы было чистенько на улице. Вот такая штука, вот я имею в виду. Вот. Все, да, ты сказал. Да. Потом да. Еще, например, ухаживать за ним, взять на старку немощный, взять там подружку, помочь им дойти до места. Вот такая штука, вот. А потом еще как вы, что мне кажется? Ну это называется это... Милосердие. Милосердие, да? Да. А вот еще, например, дорога, нужно перейти дорогу. И там сидим, там бабушкам, где же старенькие такие, мой за руку, помочь перейти дорожку. О, перейти дорогу, перейти, помочь. Все, да? Да. Спасибо за внимание. Всего доброго, что были с нами. Пока-пока. Пока-пока.